Чаглар Эртугрул решил оставить Стамбул и уже обзавелся небольшой фермой в Измире. Об этом актер сам поведал журналистам в своем последнем интервью. Он уже занялся выращиванием овощей и фруктов, а в ближайшее время собирается закупить и домашнюю скотину, окончательно став фермером. Стамбул его утомляет, и он возвратился в город только чтобы присутствовать на премьере своего последнего фильма «Останься со мной». Планирует ли Чаглар продолжать свою актерскую карьеру или же окончательно уйдет из профессии, так и осталось загадкой. Чтобы знать последние новости турецкого шоу-бизнеса и другие интересные факты, подписывайтесь на наш канал Теми на YouTube.